что вы по документам, по паспорту. Сели, наверное, паспорт писать. Да. Что ты, где? Ты дашь мне телефон, нет? Подожди сейчас, я проверяю счет-то. Счет. Поступили или нет? Не, еще не поступает. Ты телефон, у меня остается. Телефон здесь. Ты вот работы видел? Хорошо. Давай, удаляй мои все данные. Ты подожди, это не порви. Нет, зачем? Тебе же, ты же мне телефон не отдаешь? Я тебе отдаю, давай оставь. Ну, ты мне не отдаешь. Не надо мне телефон, хорошо. Удаляй мои все данные. Зачем? Я тебе отправил, мне отправил, ты сказал, не отправил я. Я не знаю, что сказал. Я бы вообще не приехал. Зачем я отправил? Приезжать тогда я бы. И не отправил бы. Я не знаю, тоже стоит. Надо было наличные, было бы. Вот история, вот туда заходи. Нет, там другое. Так, чего? Посмотри. Ну, это правильно? Баланс, баланс. Сколько мне ждать? И как тебя найдут, тем более? В смысле, ты мне позвонишь и найдешь. А ты, если не веришь? Если скажу вот так вот, ну, допустим. Даже пути надо поболеть. А как ты не можешь? Тогда ты не в любое время можешь звонить, понимаешь? Знаешь, ты могу, ты можешь даже от меня отвечать, понимаешь?